Искренне приветствую вас, друзья мои, на моем канале. Я сегодня собираюсь писать горный пейзаж. У меня бумага Arches Cold Press размером 11 на 15. У меня есть вот референс. Я этот снимок делал, будучи на пленэре в горах в Узбекистане. Я эту картину уже писал масляными красками, но мне сегодня захотелось изобразить его акварельными красками и сопоставить для себя. Хочу узнать, какая лучше смотрится. Да и опыт по сравнению с предыдущей работой, наверное, у меня уже прибавился, и, конечно, естественно, должна будет получиться картина намного лучше по сравнению с прежней картиной. В первую очередь я хочу сделать композицию, набросок. Вот я нанес рисунок, сделал композицию. У меня вот здесь самая дальняя гора. Это первый план, такой самый отдаленный план. Второй план, гора чуть ближе, которая уходит вот за эту гору. Это второй план. И третий план, это гора вот более крутая, самая, которая уходит вверх. И четвертый план. Здесь вот изображена бурлящая речка горная и густая растительность по низовьям. И здесь будут, значит, у меня большие булыжники, камни. Вот моя композиция. Теперь я буду, значит, продолжать заниматься живописью. Я вот все краски спрыскну, чтобы они подмочились. Будет легче набирать. Так, хочу сначала придать небу немного такой оранжеватый охристый цвет и горам, поэтому я воспользуюсь охрой и немного, наверное, добавлю индийской желтой. Пройдусь вот этой краской. Я ими покрашу и горы, естественно. Пока краска подсухает небо, я хочу написать речку. Возьмем чуточку туркоз
и чуточку ультрамарина. Вот, смешаем их вместе. И напишем речку. Бурлящую речку. Добавим воды больше. Продолжаем небо. Вот и написали небо. Thank you.
Вот и все. Теперь уберем скотч, и картина будет готова. Ну вот, друзья мои, оценивайте мою работу. Как вам? Пишите в комментариях, что я сделал не так, какие есть недостатки. Прошу написать в комментариях. Я картину, в принципе, закончил. Может быть, завтра уже, когда у меня будет свежий взгляд, посмотрю и, может быть, где-то какие-то внесу подправки, коррективы. А так, в принципе, я закончил. Благодарю вас за участие. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписался еще. Будут много еще таких видео у меня. До свидания. С вами был Задринин. Пока-пока.